120. 130. Да, ну. 140. Ты аккуратнее, у тебя интернет лагает. Ай! О, на лень, олень был. Или что это было там? Где? Слева. Олень за рулем. Олень, это я уже понял. Делся. Блин, а там скорости тоже переключаются, да? Как-то да, переключаются. Андрей. Андрюха, а ты куда делся? Я тут слутал дроп и теперь продаюсь. А, тут рядом дроп упал, да? Хомячит, ну, хомячит. На этом. Как его? Собор. А, понятно. А мы тут на... Это Урал или я Днепр? Что это такое? Днепр. Кстати, он исчезнет, он не прописан. Ну я записываю, я сейчас в YouTube выложу. Как на мотике, в коляске катаешься. Чего пулемет бы, блядь, был бы. А интересно, оружие можно взять в руки? Нет, оружие не берется в руки. Че, дай одиночку. А Урал, кстати, есть? Давай посмотрим Урал. А там вот БМВ было, там вроде пулемет стоит на БМВ. Подожди, Урал посмотрим. Не, ну слушай, прикольно выглядит такой прям. Андрюх, прогодись. Прорисован хорошо, все так, это четенько. Еще. Давай, садись, коляска. Вот есть с ним? Нет. Садись, есть, 50, я прокачу. 50, по-моему. Да подожди ты. Вот Урал, кстати. О, да. У него тоже звук был нормальный. Со второй трогается. Не, Урал безнадовый звук. Без надува? Беспонтовый. Беспонтовый, да? А ну-ка, Харлей же есть. Еще. Да ладно. Грейница, да, да, ну-ка. Вторая, третья, четвертая. Харлей двигается. Вот он, ёпта. Сейчас я его. 120! Ай, мама! 150 он идёт. Фига он арабский. 140 я разогнал его. О, кстати, у него звук тоже прикольный, у Харлея. А BMW найди, есть? Бэха. BMW нету. Нету? А. Слушай, ну мод работает, так-то красиво все, прикольно смотрится. Давай, добавляй. О, блин. Серега, лучше Харлей послушай. Вообще классно. Сейчас послушаю. Сигнала нету. Ой-ой-ой, что-то... Ой-ой-ой-ой. Да. Я что-то... под землей. Нет, меня отпустило. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль работает двигатель, это классно. Буль-буль-буль, да-да-да. На третью вот ёбаем, без шифта. Ты где? Заезжаю. Не ори. Ну, он, конечно, это, в повороты плохо входит на скорости. Извините, но это ж... А, ну вот у него это Урал, у Днепра такой же звук. А сколько у него слотов, ну-ка? Ну как ты без детки? Нету слотов вообще, нет. Есть, коляску надо открыть. А, блин, Минск. Минск, а, только есть у меня этот. Из Минска у меня только есть холодильник. Кстати, в холодильниках от мода фурнитуры это такое. Свежее мясо будет это. А это что за дверь такой? Это Харлей. 400 слотов в нем. А как ты увидел? Я попытался коляску открыть, не смог открыть. Вот, видишь ящик? Вот открыл ящик. Ты где? Возле Днепра стою. Не, я про Харлей говорю. Подожди.
А как открыли коляску? Ну там где-то сбоку ящики открывают. Либо этот открывает сиденье, там открывается, или что там под сиденьем. 150 слотов. У меня только сесть. Заводит еще прикольно ногой. А, вот, ну, смотри, там, канистра. Да, всякая фигня. Аккумулятор. Вот эта анимация, кстати, прикольная, раз сделали мод. Именно вот под вот эти вот, которые вот, за ручку держал. Харли Дэвидсон. Его убрать, чтобы вот за это, как за рулем машины. Я еще и сначала это... Ну сначала, да, было как за машиной ездить, да. Я еще и сначала тут думаю, блин, ну как-то стрёмно смотрится. Что, не мог сделать, что ли? А потом, когда вот этот велики скачал, там написано, что нужен еще мод вот этот, ну... И тогда я понял, что... И когда прочитал, что описание мода, там написано, что он подходит тем модам, тем, в числе, Русформа вот этот вот мотоцикл. Слушай, ну прикольно. До рестарта можете кататься, кстати. Че можем кататься? До рестарта не пропадут. Не исчезнут после рестарта. Ну-ка, на Урале я еще не прокатился. О, смотри, даже колесо запасное есть, блин. В этом в инвентаре лежит. Лампа паяльная. Вот этот Харли, если с шифтом, он так дрифтует, жесть. Дрифтует, да? Он прям очень сильно, да. Его не удержать на скорости. О, прикинь, тут на бок можно лечь. А ты не встанешь с него? Так, не встанешь? А, я вчера же это, Саней-то, я вчера ударился об что-то и долго кувыркался, короче, на этом мотоцикле. До нее прикатился только кувырком. Парни, возвращайтесь. Маша, на Урал можно троем сесть в коляску и на заднее сиденье. Давайте попробуем. Киев, Диапор можно. Урал звук беспонтовый. Ну, дело не во звуке. Попробуй, троем сядем, нет? Ну, давай, садись. Ну, как бы в коляску нет, а сзади я сяду, садись. Давай, садись сзади. За руль садись, а я сяду сзади. Если сзади сяду, значит и в коляску можно. Так по-любому, что вот сзади можно сесть, вот, пожалуйста. Хе-хе, прикольно. Поехали. Поехали, шеф. Трогай. Только не все у меня трогай. А на Урале, кстати, звук как раз ураловский. Беспонтовый. Да не трепет, прикольно. Настоящий ураловский звук. А вы когда ездите вместе на мотоцикле? О, я с детства на мотоцикл умею ездить. Блин, я просто не знаю, за что я там тебя держу. Ну-ка, давай. Ну, в коляску сядьте кто-нибудь к нам. Ну поехали всей бандой кто-нибудь там куда-нибудь. Лёха, РЗД, поехали. Андрюха, погнали. Прикол, блядь. Ещё бы оружие можно было в руки брать, да? Вообще бы огонь. А, кстати, нас врезались. Я потом их пропишу, друзья. Ведь это как вам? Давай прописывай, клевые вещи. Ну, квесты же можно, стоя на крыше машины ездить. Да. Эта тема отличная была. Так тут можно стоя в этом коляске будет ездить. Никва. Надо будет проверить. О, сигнал на Урале работает. Еле слышно, правда. Бешеный гонщик тут прилетел. Слушай звук сигнала. Слышно твой сигнал. Я его забодаю, блин. А, ну кстати, можете это. А, ключи купите и в гараж можно поставить. Я точно не нападу. Не вписался. Это, я что говорю, ключи купите, привяжите и в гараж нужно поставить. Когда тут попадаешь? Я бем разбираюсь.
Слушай, ну прикольно. Андрюха, тебе тоже мозговой подогнать мотоцикл? Интересно. Че говоришь, не понял? Да не тебе. Харлей поднять надо с это, с обочины. Поднимайте. Там, не, там надо навестись, как я машину сегодня перевернул на колеса, на боку лежала. Там наводишься. Ну, переворачивается. Всё. Толкать, вот. Флип транспорт работает. Ключ уже. Вот, толкаю, видишь. Слушай, а где ключ покупать зажигание? В гараже, он, наверное. Дает этот, как, не зажигание, а... Каспер укачала. Да, я тебе так дам. Сколько вам выключить надо? На всех. Ну, у меня на Днепр. Ну, вам всем. Переключаешь надо. Вас трое. Где ключ покупать все-таки для, на будущее? 84,90. У того, кто продает машины и вертолеты. Ну, здесь нет. Вот я смотрю в банк, я не вижу ключ. Нет, ты в гараже посмотри. Не видишь? Нету ключа. Нету. Где нет ключа? Это как? У продавца машинами нет ключей. Не свести, если. Ну вот, я смотрю, я не вижу. Вот. Может снизу там. Да, приду. И сразу увижу. Они есть. Давай, я же проверял, есть ли они. Ну покажи мне, я не вижу. А где ты смотришь? Запчасти? Да. А, подожди. Вертолет. Нет, подожди. Где? Нет, у тебя нет. Подожди, где? А может и нету, кстати. Спорь свой. Ладно, добавлю. Это, там на дороге лежат ключи, найдете. Три ключа лежит. Блин. Че я колесо с велосипеда? На где? На какой дороге? Ну, на дороге сейчас будешь бежать по дороге, и три ключа найдешь, там лежит. А каждый себе по ключу возьмите и по этому, как вот, по мотоциклу привяжите себе и поставите в гараж. А велосипед можно в машину засунуть? Можно, можно. Да, я засунул. Не нашел ключ? Вот, есть. Как нету, я ж видел эти ключи. Есть, есть. В продаже нету. А где, на какой дороге нашел ключи? Я положил там ключи, на дорогу бросил. У этого, я один взял. У автомобиля, где техника продается, да? Так, ладно, ключи добавим, главное не забыть про них. А записывай на бумажку. А все записано. Третий ключ нашел. Короче, находи все. У меня в руках ключ, кому дать? Давай мне. Ну, один тебе, ну и там три ключа. Сейчас один, я подбегу туда, вот, к машинам. Привязывай эти ключи, их можно, и машины после этого можно в гараж поставить. Кидай. Благодарю. О, я сейчас заныкал мотоцикл. Эти машины можно поставить в любой гараж. А где гараж? Да? Гараж? Где вертолетная площадка? Там еще гараж стоит. Так, я отошел. А все, а с коммуниздина. А, Урал уже забрали, да? Да. Давай. Харлей там валяется, да? Харлей нет смысла брать. Он переворачивается, и его не поставить. Что ты хочешь, нет. Андрюха, Урал хочешь? А ты толкать пробовал его? Или... Пробовал, не получалось. А флип не получается? Толкать не получается этот Харлей. Так, он, кстати, я его толкаю, но он просто по полу скользит и все. Кстати, а Урал там... Перевернуть там никак не получается? Не, вообще нету никаких действий. А, тоже, и Урал тоже не толкает. Андрюха, хочешь, что тебе надо, Урал или Днепр? Ну, да без разницы. Не, этот толкается. Он толкается. А где ты нашел метку? Я чуть нихуя не нахожу. А, вот, нет, закрыли. Ключ убери с рук. А, у меня ключ в руках. Так, в дюрочку. Так, а какие еще там есть мотоциклы? Давайте посмотрим.
Это я просто то, что на скидку. А этот есть, как он называется-то? Минска нету, да? А как он? Иш, ёпрасоте. О, Юпитер третий, наверное. Иш, наверное, должен быть по-любому. А как он пишется-то, Иш-то? Рома. Здесь? Ну, здесь. Здесь он Иш, а вот толкается. Да, раз уж пошла такая пьянка, давай дырчик двухместный попробуем. Кого? Дырчик двухместный. А, да, кстати. Сейчас подожди, делаю. Я просто отходил сейчас только что. Ну, Каспер, ты, короче, это, блин, привязывай. Подожди, я просто... Да, без разницы, можешь забрать. Без разницы. Да мне тоже без разницы. Я найду, что там есть у него, так. По мотоциклам еще интересно. Да. Планета Спорт, да. Есть? Кстати, планета написать, наверное, есть, нету? Сейчас напишем, подожди. Ой, надо водички набрать, что-то он пить захотел. Нет, планеты нет. Юпитер, да? Да, Юпитер там. Я 350. И Юпитера тоже нету. Я скажу, скорее всего, там нету этих ни Юпитеров, ни планет. Ну, Ява попробуй, Ява. Может, есть Ява. И Яв тоже, наверное, нету. Чизет. А у меня Юпитер пятый был. Мне надо в это зайти в его это. И посмотреть, что у него есть. Vehicle parts. Так, что у нас есть? Урал есть. Мопед. Мопед хотите? Мопед? Рига 16. Нет, там это Карпаты, да? Так, слушай, ну подожди. Прикольно. Посмотреть хотя бы на него. Звук-то его противный вообще. Да дело не в звуке, просто посмотреть. Вот мопед. Это Карпатов вторые же. А, Ява есть 350-я, кстати. Без коляски? О, это Карпаты, да. Или Карпаты. Верховина. Или Верховина. И дедушки велосипед, если нужно вам. У Верховины бак такой длинный был. Это Карпаты, да. А вдвоем сесть можно, интересно? Садись. Пробуй. Витя, успокойся. Нет, только один. Слушай, прикольный такой. О, настоящий звук. Вау, вот Ява 350-я, кстати. У него тоже звук беспонтовый, кстати. Чтобы продавать, надо снимать все обвесы, всю фигню, я так понял, да? Почему? Можно это, как его? Ну, можно так по отдельности.